Итак, всем привет! Сегодня мы снимаем обзор на битву Циклон Херкулио и Серма Лотерита. Бой у нас будет проходить на Страйкер Стадиум. Будет длиться до победы в трех раундах. Точнее, до трех побед. Раундов максимум может быть 5. Вылетает за пределы поля, и Циклон Херкулио побеждает. Итак. Чуть Херкулио не вылетел за пределы поля. Мне кажется, здесь победа Херкулио. Да! Циклон Херкулио побеждает второй раз. Ой, Лосарита хорошо ударилась, очень. Напряженный момент. И Серма Лотерита проигрывает совсем, но немного. Это был обзор боя Бенблейдов Серма Лотерита и Циклон Херкулио, в который, напоминаю, вам победил Циклон Херкулио. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Саша. Пока.